Добро пожаловать на канал Мылоу. Сегодня я хочу сделать обзор Поликватериум 7. Поликватериум 7 является активным ингредиентом в шампунях и кондиционерах. Благодаря своему свойству эффективно удаляет колтуны и выпрямляет непослушные волосы. Кроме этого, Поликватериум 7 нашел свое применение в качестве ингредиента в кондиционерах-спреях. Они позволяют придавать волосам мягкую и шелковистую текстуру с последующим легким расчесыванием. Идеально подходит для нормального и сухого типа волос, придавая им здоровый блеск и сияние. Данный силикон и кондиционирующий агент в условиях комнатной температуры представляет собой бесцветную или бледновато-желтую жидкость. В косметической индустрии используется в качестве кататонического кондиционера для волос, а также в качестве прекрасного увлажняющего компонента для кожи. Продукты с Поликватериум 7 подходят не только для сухих волос, но также могут идеально подходить для нормального ухода за волосами, заботиться о тусклых и поврежденных волосах. Также часто входит в состав краски для волос, мусса или лака. Положительный заряд Поликватериум 7 нейтрализует отрицательный заряд волос, благодаря чему волосы отличаются особой гладкостью. Не так и много магазинов по ингредиентам для косметики могут предложить вам силиконы высокого качества. Компания Мылоу всегда производит из стран Европы только качественные силиконы и препараты для своих покупателей. Вы можете купить силиконы для косметики в розницу от 50 мл и оптом от 1 литра в удобной упаковке. Цены на сайте самые низкие на Украине. Вот такая бутылочка. 50 миллилитров. Такая упаковочка. Спасибо, что посетили канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!